это Соник, оно синяя банда, вы видите это? Разве он не знает, что здесь живет настоящий Соник Эксе? О нет, он уже здесь, он увидел Соника! Чё творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой бади на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Окей, банда, прошлой зимой я снял видео про Соника Экзе, где мне удалось заснять самого Соника и снять его логово, где он живет. Эй, банда, то видео вам так сильно понравилось, что оно стало самым популярным на моем канале. Именно поэтому сегодня я снова приехал к этой заброшенной мусорке, чтобы снова снять Соника и снять его обычный распорядок дня. То есть, банда, сегодня мы можем заснять убийство, избавление от трупов или даже кражу людей. Что ожидать от этого Соника Экзе, я не знаю, он просто безумец. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 40 тысяч лайков. И тогда я со своего дрона сниму настоящего демогоргона. Я узнал координаты его логова, это же будет нечто, банда. Именно поэтому скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Фейсбук, инстаграм, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что не давайся, ссылка в описании, ставь лайк. А мы тем временем запускаем дрон, чтобы снять Соника Экзе. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон, и она уже полетает к тому самому поселку, около которого находится заброшенная мусорка, где живет Соник Экзе. Кстати, в прошлый раз мы уже снимали этот дом, и он все еще не достроен, на нем все еще нету крыши. Возможно, в этом доме живет Соник Экзе, но это маловероятно. Вот Настя поворачивает и начинает идти к той самой заброшенной мусорке. Местные жители говорят, что под этой мусоркой находится пещера, где живет этот Соник Экзе. Они почему-то называют его Синий Чудовище. То есть они реально знают о Сонике Экзе, что он здесь живет и ничего не предпринимают. Они просто живут с этим, хотя знают, что он совершает убийство. Это очень странные ребята, банда. Окей, тем не менее, вот Настя уже около этой мусорки. И я не вижу никакой здесь пещеры. Возможно, она находится в этом лесу, но вряд ли. Мы не можем ничего там рассмотреть. Сейчас лето, все просто в листве, и ничего не видно. Думаю, что нам стоит сюда вернуться еще зимой, когда будет снег, и когда не будет их листьев. Тогда даже будут следы, мы увидим, как ходит Соник Экзе, куда он ходит, куда он поворачивает. Это будет очень интересно. Кстати, банда, в прошлый раз на этой мусорке мы впервые сняли Соника Экзе, даже сам этого не зная. Мы просто его не увидели, а уже в комментариях нам написали. Именно поэтому, банда, если вдруг сегодня мы снова что-то пропустим, напишите об этом в комментариях обязательно. Окей, банда, это заброшенная мусорка. Мне говорили, что вроде бы на этой заброшенной мусорке лежат кости от жертв Соника Экзе. То есть он убивает людей, ест их мясо, а кости просто выбрасывает на эту мусорку. Это очень жутко, банда. Окей, Настя продолжает летать и осматривать весь этот лес. Этот лес очень густой, в нем тяжело что-то рассмотреть. Возможно, Соник Экзе прямо сейчас где-то под нами, мы просто его не видим и пролетаем. Это очень ужасно, банда. Приезжать сюда летом было плохой идеей. Тем не менее, банда, возможно, Соник Экзе уже даже переехал с этого места. Уже живет где-то в другом месте. А мы просто зря сюда приехали и летаем. Но все же думаю, что нету смысла сдаваться. Нужно продолжать летать. Тем более, что дальше будет та самая посадка, где мы уже сняли его впервые и так нормально прям засняли. Как раз к ней мы уже подлетаем. Итак, вот эта посадка. Именно в середине этой посадки в прошлый раз мы сняли впервые Соника Экзе. Он что-то ходил там, искал. Сегодня, я думаю, будет тяжело рассмотреть что-то внутри. Но все же, банда, он может быть прямо сейчас там. Я пока что ничего не вижу. Здесь очень густо посажены деревья, тяжело что-то рассмотреть. Но я прям чувствую, что он должен быть где-то там. Господи, хоть бы что-то было видно, вообще ничего. Все просто в листве. Я думаю, Настя, что нужно облететь с другой стороны, то есть снимать его сбоку. Сверху мы понятно, что уже ничего не увидим. Попытайся как-то облететь и снимать его сбоку. Возможно, тогда мы уже что-то рассмотрим. Ну, хорошо. Вот уже конец этой посадки, мы все еще не увидели Соника Экзе. Вообще практически ничего не было видно, только вон какие-то горы мусора. Окей, Настя, быстрее облетай, мы должны его заснять. Я прям чувствую, он где-то здесь. И пока что ничего не видно. Не вижу никаких признаков жизни. Не вижу ничего синего, похожего на Соника. Вообще ничего не видно, там просто темнота. Мы еще приехали вечером, все очень плохо видно. Окей, я не вижу.
Вроде бы ничего нету. О, господи, банда, неужели Соник уже переехал? Неужели он больше здесь не живет? Это такая жизнь банды, где же он? О, господи, посмотри, я вижу! Что-то двигается внутри, ты видишь? Да, вижу! О, господи, подлетай только аккуратно! Это Соник, оно синяя банда, вы видите это? Он снова на том же самом месте! Это такая жесть, он просто там ходит. Он снова что-то ищет. Господи, банда, я просто не могу в это поверить. Мы снова сняли Соника и Экзе в том же самом месте. О, господи, просто посмотри, какой он огромный. Он как будто стал больше с прошлого раза. Он просто убежал. Господи. О, черт, он заметил дрон, только не это. Быстрее за ним, Настя, мы должны его упустить. Господи, куда же он делся? Его просто нигде не видно. Быстрее облетай эту посадку, мы должны его догнать. Это такая жесть, банда, был реально. Соник, Экзе, вы видели его? Мне просто в это не верится, пока что его нигде не видно. О, черт, нужно быстрее лететь, почему он такой медленный? Не знаю, я стараюсь быстрее. Дрон уже просто не успевает за Соником, Экзе. Я не вижу его нигде, нету никаких следов Соника. По идее, Соник, Экзе бегает очень быстро. После его бега остается такой туман из пыли, вы понимаете, о чем я? А здесь его нету. Возможно, он даже побежал не сюда, а возможно, он побежал через посадку, чтобы мы больше его не увидели. О, черт, только нет, он пытается скрыться от нас. Господи, нужно быстрее его найти, банда, мы не должны его потерять на этот раз. Куда он вообще мог деться? Его просто нигде не видно. Дрон еще так медленно летает, он уже не успевает поворачивать дороги. Там тоже ничего не видно. Возможно, он где-то в той дальней посадке, которую ты только что снимала. Я уже без понятия, куда же делся этот Соник Экзе. Его просто нигде не видно. Черт, возможно, он где-то около дороги уже. Хотя вряд ли бы он туда бежал, потому что для него это очень опасно. Так его увидят намного больше людей. А как я знаю, Соник Экзе больше скрывается от людей, чтобы его не так сильно видели. Возможно, он все-таки перебежал через дорогу и побежал в ту посадку. Может быть, у него там новый дом. Но, к сожалению, банда, мы уже никак туда не подлетим, потому что связь дрона просто не достает до туда. Даже если бы он был где-то среди этих деревьев, мы бы его сразу же увидели. Он ярко-синий, он очень хорошо виден. Куда он теперь делся, банда? Я просто не понимаю, что происходит. Он реально исчез. Неужели он умеет телепортироваться? Хотя по фильму было видно, что у него есть какие-то кольца. Но я не думаю, что он так долго сидел тут, и тут вдруг он решил просто сбежать. Это очень странно, куда же он мог деться? Под этой дорогой его не видно. Да и вряд ли бы он был где-то здесь, потому что очень много машин, и они бы все его видели. Я уверен, что некоторые люди бы точно вызвали полицию, потому что не понимали, что это за существо. Тем не менее, банда, мы пытаемся как-то аккуратно все здесь облететь, и пока что не видно ничего синего. Черт возьми, мы реально его потеряли, куда же он мог деться? Уже практически стемнело, мы все еще не увидели Соника Экзе, он просто испарился. Настя все еще облетает все эти деревья, эти поля, и мы все еще ничего не видим. Что это? Кто-то идет, посмотри, это же Соник Экзе! Подлетать к нему быстрее, только аккуратней! Он все еще здесь! Это просто жесть, банда, как же нам только что повезло его заснять! Он реально там ходит, только посмотрите! Это тот самый Соник Экзе, банда, он реально здесь! Он все-таки никуда не убежал! О, что он делает? Он машет нам? Погоди! Это же обычный Соник! Только не это, ему нужно убегать! Соник Экзе может на него наброситься и убить! Убегай, Соник, здесь очень опасно! Почему он нам машет, ему нужно убегать? Разве он не знает, что здесь живет настоящий Соник Экзе? О нет, он уже здесь, он увидел Соника! О, черт, что они делают? Только не это, Соник, убегай! Это просто жесть, банда, вы видите это? Они о чем-то разговаривают, о чем-то спорят. О, господи, просто жесть, мы реально снимаем одновременно Соника и Соника Экзе, вы видите это? О нет, они начинают драться! Только не это, Соник проиграет, Соник Экзе намного сильнее! Мне просто в это не верится, банда, вы видите это? Что с дроном, какие-то помехи? О, черт! Как это было быстро! Это просто жесть, они так быстро бегали, а теперь просто стоят и отдышаются. Это такая жесть, Сонику нужно убегать, это очень опасно. Соник явно может проиграть, он убежал куда-то, банда, вы видите это? О нет, Соник не успел далеко убежать, у него просто уже нету сил. Только не это, Соник Экзе сейчас к нему прибежит и просто его уничтожит. Это такая жесть, а вот не Соник Экзе, банда! Он просто пихнул Соника, ему нужно со всех сил просто брать и убегать. Соник, убегай быстрее. О, черт, как это было быстро.
Он просто его бил со всей скорости, со всей силы. Соник смог ему дать отпор. О нет, только не это, он упал. Уже ли Соник Экзе просто победил обычного Соника? О черт, он просто без сознания. Соник Экзе его выбросил. Вы видели, это банда, и теперь Соник Экзе убегает. Неужели Соник мертв? Только не это, очнись, пожалуйста, друг! Стой! О, господи, он жив, банда! Вы только посмотрите, он реально жив! Убегай быстрее, не в ту сторону, Соник! О, черт, только не это, Соник Экзе сейчас его увидит! Он просто упал! Бедненький! Неужели он умер? Только не это, банда, Соник Экзе победил Соника! Это был такой бой, что даже ничего не понял! Оно все произошло так мгновенно! И Соник просто лежит без сознания, неужели он мертвый? Окей, Настя уже улетает, здесь больше нечего ловить. Это такая жесть, банда, вы видели это? Соник Экзе набросился на Соника и просто его убил. Это полная жесть, тем не менее, банда, вот комменты за прошлого видео. Просто вглядись, какие шикарные комментарии, прям идеальные. А если вдруг, бро, ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, коммент, твое видео, бандит. Так что будь давай быстрее, а то... Также не забывай подписываться, чтобы вступить в мою Суприм Банду. И не забывай про наши инстаграмы, где мы общаемся со всеми вами, Суприм Банда. Все ссылки в описании, ставь лайк, подписывайся и помни одно. Оставайся такими шикарными, пока!